2013 году впервые состоялся конкурс профессионального мастерства среди молодых журналистов. В конкурсе приняли участие 13 журналистов в возрасте от 18 до 30 лет. Борьба за победу была продолжительной. В одном из этапов конкурса журналисты освещали деятельность крупных молодежных и спортивных мероприятий. В другом брали интервью в присутствии членов конкурсной комиссии. В состав экспертной комиссии конкурса вошли представители Омского областного отделения Союза журналистов России, областного дома журналистов, Управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации Омской области, УАО «Видео Интернешнл», Омское агентство. Молодые журналисты являются активными участниками реализации молодежной политики. Освещая региональные молодежные мероприятия, темы, актуальные для современной молодежи, журналисты формируют общественное мнение о возможностях самореализации молодежи в Омской области.